Здравствуйте, друзья. Мы тут со Светой зашли в магазин. Мы любим этот магазин. Называется Штейн. Штейн Маркет. И вот тут такая патриотическая, значит, тема идет. Правда, вот мне нравится. Свет, а? Как ты? Да. Ну, зачем Света как-то так относится? С недоверием, можно сказать. Но одновременно летняя тема присутствует. Вот, пожалуйста, летняя тема представлена вьетнамками. Но тоже патриотические. Видите, они со звездочками. И где-то даже местами звездно-полосатые. Так, изучаем. Это для женщин с размером побольше. Вот секция такая. Знаете, женщины с размером побольше. Побольше. Они, знаете, не всюду могут реализовать свой творческий потенциал. Потрясающие майки. Я вот ей-богу сам бы такой носил. Тем более в ожидании праздника. Совершенно замечательно. Света советует пойти туда, где размеры поменьше. Да, да, размеры поменьше, конечно, изобилуют. Изобилуют, но... как сказать? Ну, не отражают. Вот так скажем. Вот еще тема лета. Видите, тут у нас присутствует сегодня такая тема Гавайев, тема, как сказать, пальм и вот такого тоже. Ну, пожалуйста, можем и поменьше размер. Тут написано, что для крошек. Так, я условно перевожу. Вот, пожалуйста, для совсем мусипулечек. Ну, что у нас, вот, пожалуйста. America the Beautiful. Вот такая маечка. Да. Конечно, маленькому-то. Что хочешь, оденешь. Все красиво. Вот, пожалуйста, шарфик патриотический. Даже я не понял, что он так. Патриотический шарфик. Такой вот с маечкой сразу. Мы, друзья, про... патриотическую традицию. Ну вот Democracy. Я подозреваю, что эта компания так называется. Да, вот мы видим лейблочки, видите? Democracy. Ну все равно. Вот можно так демократично. Вот видите? Вот это я даже не знаю, оно патриотическое или просто так синий с красненьким. Ну, хорошо. Вот видите, тема летняя. Как бы маечку перекосила, видите? С одной стороны, меньше ткани ушло, с другой больше. Мужская, друзья, патриотическая маечка. Вот их тут много. Нежненько так, знаете, нежненько. Вот, пожалуйста, приличные фирмы. Не просто так. Да. Хорошо. Патриотизм не только в блузке, рубашке, юбке, шарфике, накидочке. Патриотизм может быть, вот, например... в таком холодильничке на колесах. Это для путешествий. Там такая, знаете, термоизоляционный такой материал. А это апофеоз летней тематики. Посмотрите, такие штанишки. Ну, здесь просто пестренько. Тоже такие летние сюжеты. А вот, друзья, что-то типа знакомых нам вышиванок. Ну, может, не совсем одно и то же, но так. Вот. Или, например, вот так. Вот мужские, тоже патриотично. Патриотично. Вот, пожалуйста, вот так. Шляпка. Шляпка исключительно патриотичная. Сейчас, дайте я ее одену и пойду искать зеркало где-нибудь, чтобы вам показать. Вот там есть зеркало. Я издалека так вот сейчас. Вот, ну могу наехать, чтобы мы с вами видели, что вещь не только патриотична, но и реально идет мне. Так, ну смотрите, такой я прямо Uncle Sam. Это, меня зовут дядя Миша на канале, а могут звать там, ну еще как-нибудь. Нет. Есть много предметов, друзья, которые позволяют человеку выразить, так сказать, патриотизм. Вот, пожалуйста, вот американский, так сказать, путь.
патриотический. Вот так. Да, вот так называется магазин, если кто-то захочет когда-то посмотреть. Я так ее Штейн называю, но вы же понимаете, откуда Стайн. Их Стайн — это наш Штейн. Косыночки, друзья, патриотические косыночки. И вот не менее патриотическая накидочка такая. Вот она, такая накидочка. Капрон, знаете, натуральный капрон. Да. Ну что, друзья, патриотическая тема практически исчерпана. Мы там оформляем покупки и идем домой. Уже попрощавшись с вами, друзья, я вдруг наткнулся вот на это богатство. И поняв, что кружки по $4, тут написано, если кто-то видит, по $4, я подумал, надо парочку взять. И взял. Но теперь уже мы точно прощаемся.